Итак, ребят, доброе утро. Это будет мое первое видео на канале после переезда в Москву. Улетаю, не вспоминай, словом неплохим, а хорошим. Родная, не отговаривай, я ведь не могу так жить больше. Мама, ты меня родила в мире, что на бабках построен. Пьяный проводник, и я стою, курю, уверенный, спокоен. Зима, 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 чего ж ты холодней? Земля моя, земля, земля, не свидимся теперь. Улетай на край света, мама. Твой сын покажет там, как нужно жить, и пусть знает предначертанное. Не, пацану нормально жить не запретишь, пацану красиво жить не запретишь. Я могу стать другим, когда надо сильным, когда надо жестоким. Я буду землю грызть, хвататься за любую нить, пахать, бить, грузить, терпеть, что есть мочи. Улыбаться в ответ, буду выжидать момент, когда моя тень только ближе к своей цели. Я вернусь, мам, я добьюсь, чего хотел, и я не стану на колени. Земля чужая, ты земля, не будешь ты моей. Я по тебе чужой брожу, как одинокий зверь. Улетай на край света, мама. Твой сын покажет там, как нужно жить, и пусть знает предначертанное. Не, пацану нормально жить не запретишь, пацану красиво жить не запретишь. Приехал я в Москву где-то 3 месяца назад, заранее нашел работу, соответственно, когда ехал сюда, меня уже ждали. Конечно, я думаю, крайне сложно сорваться куда-то, когда ты еще ничего не знаешь, все не определено, и просто держаться на одном желании переехать в Москву, это, конечно, сложно, и, наверное, памятник надо поставить тем людям, которые так делают. И у меня, конечно, было все проще, на самом деле. Я нашел работу, случайно нашел. Случайно так получилось все, и как бы приехал, прошел собеседование, через неделю позвонили, сказали, что меня ждут, договорились на дату, и я переехал. Опять же, очень сложно, я не знаю, ну как бы, все возможно, но сложно приезжать сюда, не зная, где ты будешь жить, что ты будешь делать, потому что найти жилье, находясь в другом городе, в Москве, очень сложно, потому что все объявления на Авито, в интернете, ну большинство объявлений, это все агентство. Конечно, никто не хочет переплачивать деньги, платить эти первые взносы, платить агентству за услуги. Опять же, это еще все еще не факт, что найдут тебе нормальную квартиру за нормальные деньги. Опять же, платить авансовый платеж за первый, последний месяц, то есть не у всех есть деньги на это. Мне было проще. У меня здесь живет моя сестра, живет уже очень давно. И так получилось, что она решила снять отдельную квартиру и жить отдельно. Как бы семейные подробности задаваться не будем. И я просто позвонил и говорю: Олесь, привет, так и так, собрался в Москву. Она говорит: приезжай, отлично, я тебя жду. И вот, соответственно, когда я сюда приехал, опять же, мне было где жить, мне было уже куда ехать и к кому. Вот, поэтому как бы мне в этом плане было проще. Живу я в поселке Менделеево, Тропа Мира, километров 20 от МКАДа и еще километров 20 от моей работы. То есть каждый день я езжу 40 километров на работу. Езжу по разному, так как сейчас лето, погода хорошая, езжу я на мотоцикле. То есть думаю, блин, а что я раньше проснулся, время 7:30 утра. Потом до меня доперло, что я раньше проснулся, я же хотел начать колесо заднее на запас.
заправку на мотоцикле. Вот. Да, работа у меня начинается в 9 утра, сейчас время 7:30. Мотоцикл ставлю на стоянке. К сожалению, конечно, я не снял видео, не было такой идеи запускать канал, когда я только сюда переезжал. Тогда, конечно, было бы интереснее начать записывать все это дело, когда я только собирался переезжать. Было бы прикольно, тематично, мне кажется. Вот. Ну, мотоцикл у меня Honda CBR 600 F4. Я, кстати, на самом деле думал сначала, что это F3, потому что в СТС-ке у меня стоит год выпуска 98, а они пошли с 99. Наверное, просто на таможке что-то напутали. Первый сезон у меня, как бы, я доволен. Проблем вообще тьфу-тьфу-тьфу никаких не было. Вот. Ну, как-то так. Сегодня пятница, короткий день, рабочий день до 5. Что буду потом делать, я не знаю. Скорее всего, отработаю, поеду в зал, то есть вернусь сюда обратно, в Зеленоград. Схожу в зал, потренируюсь, приеду домой, поужинаю, спешусь с ребятами. И уже будет видно, чем буду заниматься сегодня. Как бы что, как сложится, не знаю. Ну, в любом случае, вечером поеду в Москву, с кем-то увижусь, погуляю. Я стараюсь выходные всегда проводить не дома, потому что времени не так много, выходные короткие, хочется все успеть, везде побывать. Как-то так. Так что все, ребят, всем хорошего дня и до связи. Надо люди дождаться, люди есть, да. Есть. Если я приеду, поедете, я сниму, там дальше подвигаю, а вы поедете. Ну, нечего делать. Я же говорю, да у тебя глаза пиздец уже просто. Уставшие. Да не глаза, ты спишь, блядь, я не знаю. Наташа, что ты спишь, ёбану рот? Наташа. Такая, блядь, вообще на милый, это синий какой-то. Синя. Красавчик, Ром. Как синя? А. Блядь, меня аж торкнуло, блядь, выпил то её, блядь. Мы едем чемодан, забираем. Все нормально. Ты чё-то... По кайфу. По кайфу так же есть. Не наша тема, ну ладно. Да пофигу. Наша, не наша. Будь наша. Затыкался до лица. Вот тут. Как получается? Нормально? Ладно, нормально. Оп. Ну что, Леонид, завершаем вечер на мотогоре. Лёнь по красоте, а глянь, я красавчик, жесть прям. Главное, Лёня, позируешь, главное, уже позируешь, видно. Балдёж. Слушай, Лёнь, кстати, этот, есть мысль, потом на канал запилить всякие эти обзоры мотоциклов. И ты знаешь, чьих мотоциклов обзор? Ну, 14 мотоциклов я уже знаю. Вот. А там, я думаю, попрёт. На зиму хватит, по крайней мере, пилить чуть-чуть. Ну, угощи мы просто возьмем, поставим такие и типа скажем. Ну, нам хозяин не разрешил есть, можно понимать, и заводить тоже. А он так и не дает никому ездить, поэтому, в принципе, это будет правда. Короче, вот так. Пусто, никого нету, все уже спят.